Да, детка, раздень его глазами, сними с него спандекс. Хватит, я не такая. Его шорты настолько обтягивающие, что на его мини-байкере виден крошечный шлемчик. Как дела? Ты сама не своя. Ну, мой бизнес в заднице. У меня нет страховки. Я еле плачу по счетам. Блин, да ладно! Банк отобрал машину. А так у меня... все супер. Тебе пора взглянуть на себя и понять, кто ты и на что ты способна. И куда мы пришли? Туда, где решаются проблемы. Та-да! Что за... Вы издеваетесь? Это убежище. Место, куда можно прийти и не бояться быть собой. Как же ты уха, малышка на миллион? Сама как жируха. Ты следующая, Рокки. Бай! Ты будешь сдаваться? Я вообще не могу дышать. Походу, я проиграла. Но ты хотя бы дралась. Мне 7 яиц хватает. Меня спасет только чудо. Знаю я одно чудо. Ты хочешь, чтобы он был моим тренером? Ты будешь меня учить? Чему, блин? Ездить на велике? Я в бойцовском клубе. Ты опасная. Меня достало, что мою жизнь контролируют другие. Хочется врезать им по роже. А ты ничего, Хайди. Анна, Анна. Как скажешь. Ты даже не как девчонка бьешь, а как кошка, как дохлющая кошатина. Это тебе не цирк, здесь дерутся по-настоящему. Она как Нео в «Матрице». Я тебя не боюсь, Кобра Кай. Надеру тебе задницу. Ну а я надеру тебе передницу. Да. Красивая личика, жаль ненадолго. Она поддавалась. Увидимся на ринге, тварь. Лови, погнали. Еще раз, два. Джинсы не жмут, мамуля? Сидят идеально. Супер, а теперь по мешку. Готова к мочилову. Охренеть. Бойцовский клуб